сегодня самыми великими юристами Молдовы, уважаемыми людьми, те, которые стояли у истоков формирования современного государства Республики Молдова, провели конференцию, круглый стол об днем рождения Конституции. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех с данной датой и праздником, с 29-летию нашей Конституции Молдовы. Были обсуждены ряд вопросов о состоянии Конституции, о будущей Конституции, о состоянии дел в Молдавии, в Республике Молдова. И, конечно, были приятно удивлены услышать хорошие рекомендации, выводов и предложений. Думаю, что это хорошее начало для того, чтобы развивать нашу страну на правильном пути и не дать возможность свернуть кому-то, исходя из каких-то настроений определенных политиков или политикантов. Я верю в будущее Республики Молдова и уверен, что общим усилием мы достигнем того благосостояния и радости, счастья граждан Молдовы. Ну, примерно, если одонари дивамени эксепциональ, дивамени компетенция в материи де конституции, традолер, если он прилеж для фаче ништи тоталор, като что с мы не сэмплинеск, то уж нового дяни. Într-adevăr, m-am bucurat mult pentru că au fost și discursuri critice. Au fost foarte serioase. În contradictorii, dar așa e normal într-o adunare. Eu cred că este o adunare științifico-practică. Adunare unde s-au întâlnit doctrinarii cu practicienii. În calitatea mea de deputat al primului parlament am participat împreună cu domnul Arsenie, deci domnul Dolganiuc și alți deputați la zidirea acestei Constituții, în primul rând prin adoptarea declarației de suveranitate, am votat, prin declarația de independență de 28 august am votat, prin declarația de legea din 17 iulie 90 privind aderarea noastră la dreptul internațional, toate convențiile care erau normale în lumea civilizată, noi am votat pentru aderarea Republicii la asta. A venit lume bună, lume de calitate și s-a pronunțat, este deja un pas înainte. Să sperăm că se vor trezi în sfârșit moldovenii noștri pentru a elimina din viața noastră lacunile de care s-a vorbit foarte serios și științific argumentat la această întâlnire de astăzi. Zaptra mă praznuim, ili atmiceaim, скажем так, День Конституции Республики Молдова 29 июля 1994 года. Решили собрать специалистов тех времен, и сегодняшних, и тех, особенно тех депутатов. И я очень благодарен, что присутствовал и господин Лучинский, тогдашний председатель парламента, когда инициировано было вот это изучение этого проекта. Поприсутствовали и хотели как-то восстановить в память, как все это происходило, как принималась Конституция. Для меня было очень интересно со своими коллегами из нашего института организовать это. Круглый стол мы назвали. Да, мы как-то не успели и решили, что к 30-летию Конституции мы должны организовать конференцию национальную, может быть, интернациональную, пригласить специалистов, конституционалистов из разных стран, где мы будем обсуждать как бы более-менее фундаментально все эти проблемы, изменения Конституции. Дискуссии были очень интересные, они были иногда даже противоречивыми, но тем более они были полезными всем. Конечно, обсуждалась Конституция, конечно, обсуждалось, как она выполняется, конечно, обсуждались проблемы конституционного характера. И у каждого были свои решения, свои пути решения. Вместе с тем, это полезно всем, это интересно всем, и мы намерены это продолжить и дальше. Я хочу всех поздравить с этим замечательным, прекрасным днем, День Конституции. Все-таки Конституция – это основа всех основ. Это закон всех законов. Это фундаментальная основа государства и общества. Это тот конституционный режим, который мы соблюдаем день изо дня.